Сегодня будет необычное видео. Я просто хочу зачитать слова нашей таточки, с которой вы знакомы по нашим выпускам «Каникулы у бабушки». Я хотела бы сказать несколько слов про прекрасного Алабая Муху, верного служаку, преданного друга, отличного помощника и ласкового ребенка, которая достойна того, чтобы быть увиденной и остаться в памяти людей. Муха прожила с нами 13 лет и сегодня покинула нас. Отправилась в царство вечной охоты. Я знаю, что очень много знакомых мне людей смотрят ваш канал и разделяют со мной мою печаль. Знаю, что еще очень многие пережили эти чувства и понимают меня. Как это тяжело переживать. Как бы много у тебя не было собак, как бы долго они не прожили, их уход сводит с ума. Это адская боль. Так бы легла рядом и лежала. Спасибо тебе, Муха, за подаренные нам годы счастья жизни с тобой. Беги по радуге, малыша. Мы тебя любим и будем помнить всегда. Вот такое письмо. Добавить нечего. Давайте просто улыбнемся вместе и почтим память добрейшего создания Мухи. И спасибо вам, что вы с нами и смотрите нас. Любите своих собак. Муха пришла. Привет, Мух. Привет. А, Муха? Привет, честь. Мушенька, Мушаня, когда я сказал, что собаки глупые, я имел в виду определенные породы, но никак не тебя. Да, я понимаю. Ну не обижайся, Муха. Я теперь чувствую себя виноватым. Чувствую. И сделали солдатский памятник, как старому служаке. Вот ее могилка. Муха была очень большая. Пока, Муха. Пока.